Всем доброго здоровья и мир вашему дому. Сегодня мы приехали на пасеку. Сегодня день медогонки. Значит, специально покажем, как этот процесс. Еще раз покажем. То есть у нас уже до этого мы показывали в прошлом году. Покажем, как в этом году это происходит. Это очень увлекательный процесс. И сейчас мы тут приехали, а там рой ловят. Мы, пожалуй, быстренько оденемся. И этот интересный момент тоже постараемся зафиксировать. Чтобы нас тут не покусали, нам выдали вот такие сетки. Так что вперед, без песни. Все. Ее по-особому видно. Да, вот в этот. Вот этот вот. Этот такой вот брусок должен ходить по центру. Где? Там уже это синит. Да. Меда мало осталось. Закрываем. Вот мухи. Самое главное на пасеке, вот чтобы пройти туда, например, пройти аккуратно, чтобы не привлекать к себе внимание. Потихоньку. И обратно к ним. Ящик специальный. Забыла, как называется. Ларец. Ящик. Сундучок. Сундучок. Господи, благослови, так что тут происходит-то? Страшно. Он тоненьким слоем начинает срезать, да? Вот даже не все захватывает. Какое лучше чистить, какое меньше. Вот видишь, немножко сработала машина плохо, видишь, выдернула. Ух ты, выдернула, ну. Вот пол рамки хорошо, вот рамки особенно свежие, новенькая рамка нынешняя. Может быть еще как бы не отрегулировано что-то, нет? Или... Не знаю. Да. Медленно она течет, да? В смысле не медленно, а чтобы это просекается, может быть это шурудить надо, нет? Нет, она, мы сейчас прикроем, она протечет, по-моему, снова. Понял. Быстро забивается, вот из-за этой машины больше воска получается. Все-таки есть какой-то нет, да? Есть недостаток. Слушай, потому что классное то помещение, того оно гораздо больше. Вот не успеваем сделать. Но все равно он меньше запустит. Уже осталось немного.